Привет, 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 привет. Итак, новости и анонсы, анонсы и новости. Новость первая. В ближайшее время будут новые свеженькие начитки по самосбору, но сделаны они будут не только лишь мной, они сделаны в коллаборации, и вы в ближайшее время, когда они будут выгружены, узнаете, с кем и как в них будут некоторые отличия от более ранних начиток. И я надеюсь, что вам это понравится, и это будет интересно, и поживем, увидим. Новость вторая. По виртуальному правительству Константайна я был приятно удивлен голосованием. Значит, это кому-то нужно, значит, еще будут начитки глав. Они, конечно, громоздкие, книга большая, но тем не менее. Я еще начитаю. Может быть, даже какие-то английские, точнее, американские первоисточники на English еще начитаю. Посмотрим тоже, поживем, увидим, как будет время. На самом деле, я так долго ничего не выгружал, не только лишь потому, что был занят чем-то полезным в виде своей работы, а также музыки. Дело в том, что я еще установил недавно Dark Souls, вот уже вторую часть прохожу, это жопа полная. Надеюсь, избавлюсь от этой зависимости в ближайшее время. По крайней мере, вторая часть уже подходит к концу. И анонс третий, отчасти из-за которого тоже не было свежих начиток. В общем, самоизолировался я все эти месяцы, на почве чего у меня разродился новый альбом, новый материал, который я записал с сессией в течение буквально, наверное, рабочей недели. Вот он был записан, сочинен и записан. В нем никакого нойза и эмбиента не будет. Это будет постпанк звучанием таким, где-то, может, лоу-файный шугейз будет. Местами в басовых партиях, в гитарных я вообще позаимствовал некоторые, даже не позаимствовал, скорее вдохновился некоторыми простенькими джазовыми стандартами, блюзовыми стандартами, где-то даже какие-то вот подобия фокстрота получились. Но в целом это все достаточно мелодично получилось. Это, наверное, самое мелодичное, что я делал до этого. А тем временем за окном, за моим, 2 недели идет дождь. И я все думаю, когда же появятся мокрецы, как у Стругацких в книге «Гадкие лебеди», и как потом было в трактовке Лопушанского, когда же на город сбросят атомную бомбу. Всем спасибо!